Чудесные цветы и сказочные звери поселились в Северском историко-краеведческом музее. Здесь открылась творческая выставка детского образцового коллектива «Краски детства» учеников художественной школы поселка Ильский. Картины созданы в уникальной технике росписи по ткани «Холодный батик». Сначала юные художники долго думают над идеей рисунка, а после подготавливают эскиз. Только после этого можно приступать к рисованию по ткани. В технике «Холодный батик» вместо обычных красок используют специальные. На этой выставке ребята закрепили все свои знания по живописи, по графике, по декоративно-прикладному искусству. Они показали, что они больше всего любят и как они это видят своими глазами. Поэтому это определенный этап творческого пути, который, конечно, будет продолжаться в дальнейшем на выставках различного уровня, краевого, республиканского, международного. И также ребята уже сейчас, выполнив такие замечательные работы, думают, а что же они сделают дальше? То есть это постоянный творческий рост наших учащихся. В своих работах дети изображают персонажей сказок, причудливых зверей, полевые садовые цветы, а также кубанские мотивы. Все рисунки яркие, сочные и живые. Убедиться в этом лично может каждый желающий до 2 августа.